Привет! Ну что же, коротко о прошедшей презентации феста. Лучник. Официальный старт во всех регионах 12 декабря, в честь этого целый месяц 100% опыта. Плюс при прокачке лучника вы можете связать его с другим персонажем, и он тоже будет качаться, получая 100% опыта вплоть до 59 уровня. А также множество плюшек, достижений и всякого за прокачку непосредственно самого лучника. 12 декабря ждем, будем качаться вместе. Удаление величия, и вот новая система аукциона. В общем, разработчики поняли, что система величия не уменьшает разрыв между игроками, а увеличивает. Ее удаляют, и чтобы это компенсировать, будут дополнять систему кафрасов. Но так как кафрасы получить сложно, они решили ускорить создание нового аукциона. Якобы так мы поспособствуем тем, что мы будем выкупать у друг друга кафрасы. Странное решение. Система аукциона будет работать по неким новым правилам, не будет пресловутых «кто больше поставил, тот и победил». Цены будут прыгать в зависимости от востребованности непосредственно самого товара. В общем, поживем, увидим, как это все зайдет. Новая территория, по сути, третья часть Камы, но почему-то отделенная в отдельную часть. Сильные мобы, которые предполагается бить 3 человека, потому что дроп с них 3 тела. Ну, пока что ничего нового. Показали пару скринов мобов и все. Территориальные войны. Вот это уже новенькая война между Кальфионом и Валенсией, включая гильдии, захватившиеся не только замки этих территорий, но и злы 3-4 ранга. Говорят, что на поле битвы хотят столкнуть чуть ли не 1000 игроков, но вот непонятно, помрем ли мы в лагах и вылетах, либо все-таки будет что-то грандиозное. Пока что описали, как грандиозно будут проходить сражения, но не описали сами правила и как вообще это все будет происходить. Несколько этапов, сразу, количество раз в определенный промежуток времени, например, раз в 2 недели, в месяц, в полгода. В общем, готовится нечто для топовых игроков, которые захватывают непосредственно территории, и это классно. Теневая арена. И вот картиночку нужно вот такую. Battle Royale по БДОшному, ну куда без него, но пока что дикой дичью кажется, и все просто из-за популярности Battle Royale. Вообще, популярность этого режима будет зависеть от непосредственно приносимого опыта и серебра. Если на нем можно будет фармить, то да, он будет популярен, если нет, то он никому нафиг не сдастся. Ну и на этом все, презентация была какой-то скомканной, хоть и анонсирована для всех регионов, хотя еще неизвестно, как разовьется, что нам показывали. В прошлом нам обещали скалолазание, новую систему торговли и ремесел, но что-то не сложилось, и пока что все вяленько. А на этом с вами я прощаюсь. От меня, как обычно, удачного дропа и заточки. Увидимся на просторах Black Desert Online.